Я когда делаю ролики россияне, мне очень трудно подобрать, с кем вас сравнивать. Например, в Казахстане не было крепостничества. В Казахстане не было крепостных. Ну, получается, все казахи были свободными. И вот то, что я показываю, у них были там огромное количество лошадей. Коровы вообще для них были как куры, они их даже не считали. Овец. Ну, что мне сравнивать свободных казахов с вашими крепостными? Ну, конечно же, нет. Они же были свободными, понимаете? У них даже тюрем не было. В Казахстане не было тюрем, не было крепостничества. Не было домов престарелых, не было домов малютки. Ничего этого не было, понимаете? У них совершенно другие традиции. Понимаете, если я сравниваю вас с Америкой, вы скажете, ну, зачем нас с Америкой сравнивать? В Америке были рабы, но они были привезены из другого континента. Понимаете? И они их освободили путем войны. Была гражданская война, чтобы освободить чернокожих. А пока они еще не были освобождены, там работала подпольная организация, которая в каждый год через какую-то там железную дорогу, лодки, болото перевозила чернокожих людей контрабандой в Канаду. В свободные штаты, в Канаду, чтобы ну, дать им свободу. Потому что чем севернее они приезжали, тем, ну, они автоматически становились свободными людьми. То есть белые занимались контрабандой. Причем, если ловили белого человека, ему на руке, вот белого человека, ему вот ставили татуировку SS. Slave, что такое? Slave salesman, что такое? Save slave. Вот save slave, вот как. То есть он спасал чернокожих. Ну так вот, с чем мне вас сравнивать, россияне? Ну это серьезная проблема. У вас 85% было крепостных, так? И когда Александр III подписал бумагу, что он освобождает крепостных, да, так они никуда не ушли. Рабы-то сбежали, они все, они от своих хозяев ушли. Они из плантации ушли, у этих белых людей больше не осталось людей, они не остались там. Крепостные-то, а куда им идти? Ну, то есть, вы свободны, а куда они пойдут? Они никуда не ушли. Я скажу больше, даже в прошлом столетии, вот в 20-м, нашем, вот когда я уже родилась, у нас до сих пор были рабы, вот, ну, в плане крепостных. Моих сверстников не было паспортов. Они жили в деревнях, они не могли переехать в город. Это в каких годах появились у них паспорта, я не знаю. В 70-х, 60-х, 80-х, я не знаю. Но из деревни люди никуда не могли переехать. Поэтому, россияне, напишите мне, с кем вас я могу сравнить.